Сегодня мы находимся в Добровольно-Ипатовского района Ставропольского края, в одном из хозяйств агрохолдинга «Энергомера». Александр, добрый день. Добрый день. Чего удалось добиться в этом году, с чем были основные сложности? В этом году мы добились высокого урожая первого в районе, в Ипатовском районе. Добровольная у нас средняя урожайность подсолнечника 22,7 центнера. Это первый результат в Ипатовском районе. Какие ставки вы делаете на подсолнечник в будущем сезоне? Ну, подсолнечник у нас занимает у добровольном примерно 30% площадей нашего севооборота. Вот. Ставки у нас высокие на него. В этом году у нас высокий показатель у нас как и по урожайности, так и рентабельность подсолнечника у нас выше других культур. Какие основные факторы могут снижать урожайность в вашем хозяйстве? Факторов может быть несколько. Это как полевая всхожесть основное, ну и также почвенные вредители, конкретно проволочник. Вот. Он снижает у нас густоту растений. Какие меры или технологии используете вы для снижения потери густоты? Основное – это качество сева, точность высева, а также протравка семян инсектицидным протравителем. Основным у нас является Cruiser Force. Почему вы решили покупать семена в более дорогой обработке? Потому что в данном препарате есть уверенность того, что растения и семена останутся нетронутыми до начала уборки. Была ли разница в этом году при обработке семян подсолнечника продуктом Cruiser и по технологии Cruiser Force? Разница была, где находился протравитель Cruiser, там мы потеряли примерно 15% схожих семян по сравнению с Cruiser Force. В какой обработке вы планируете приобретать подсолнечник в будущем сезоне? Семена планируем приобретать в обработке Cruiser Force, так как это гарантия того, что семена останутся нетронутыми до начала уборки.